Так, друзья, всем доброго дня. Сегодня будем делать антидождь своими руками. У меня есть определенная формула, по которой я уже давно обрабатываю свой автомобиль. И эта формула лучше всяких покупных антидождей, которые в совокупности у нас могут стоить от 200 до 500 рублей. Вообще, если покопаться в интернете, всего есть два реально рабочих метода антидождя своими руками. Первый – это основанный на воске парафине. Делается очень легко и просто. Берете какой-то там стакан либо баночку, на терке и на мелкой натираете этот парафин в эту баночку. У вас получается такая мелкая стружка. Дальше заливаете каким-нибудь там вайт-спиритом либо растворителем. И все это дело растворяется, получается такая мутная жидкость, дальше там на какую-то тряпочку наносите эту жидкость, наносите дальше на лобовое стекло, все это растираете, и у вас образуется такая защитная пленка. Да, действительно, пленка получается очень эффективная, она очень эффективно отводит влагу, но она имеет, скажем так, свои отрицательные стороны. Если вы едете ночью, и вам на лобовое стекло светит впереди идущий, например, то есть навстречу идущий автомобиль, то у вас образуются такие ореолы, которые, наоборот, у вас ухудшают видимость дороги. Дело так не стоит, друзья. Это первое. Второе, если вы замешиваете вот это все дело на каком-то white spirit либо растворителе, то стеклу-то, конечно, ничего не будет, стеклу там, зеркалам. А если вот этот весь растворитель стечет на какие-то уплотнительные резинки? Многие, я знаю, обрабатывают еще и фары, многие обрабатывают какое-то лакокрасочное покрытие. То есть таким антидождем на основе растворителя вы это, конечно, дело не обработаете. Как растворитель отреагирует у вас на, скажем, на краску на кузове, если вы будете натирать все это дело? Непонятно. Поэтому антидождь на основе вот этой формулы, да, на основе этого воска с растворителем, это такой бред, друзья, никогда не делайте его. Второй самый действенный способ, которым я уже пользуюсь очень-очень давно, и это, друзья, и антидождь, и антилед, это просто обработка обычным силиконом автомобиля своего. Силикон у нас нейтральный, как к стеклам, как к пластику, к резине, к зеркалам и так далее. То есть обрабатывайте, что хотите, хоть сами намазывайтесь этим силиконом, главное, не пейте его. Вот, а смысл такой, что берете, идете в магазин радиодеталей, 30-45 рублей, стоит 15 мл вот такой вот пузырек. Он концентрированный, то есть это масло концентрированное, не разведенное, как в продаваемых бутыльках это масло, а это концентрированное, то есть берете его, покупаете, 15 мл вам этих хватит очень-очень надолго. Вот я его покупал, наверное, год назад, у меня все здесь израсходовалось, ну там по капельке прям я его использую, то есть зимой, вот летом обрабатываю, причем хватает его достаточно на длительный промежуток времени. Если использовать как антидождь, хватает, наверное, недели на 2-3. Обрабатываем лобовое стекло как? Друзья, берем, отгибаем дворники, по поверхности дворника делаем несколько капелек, дальше растираем все это дело тряпочкой, ну, один-другой дворник, дальше опускаем, включаем эти дворники, дворники у вас сами создадут вот эту вот защитную пленку, и она будет у вас отталкивать всю влагу от лобового стекла. Можно обработать так и фары. Но я еще обрабатываю, знаете, что, друзья, обрабатываю? Я обрабатываю камеры. У меня камеры 4 штуки, вот к ним привыкаешь, к этим камерам, это просто офигенная вещь. Но минус какой есть? Они постоянно залапываются. То есть, если идет дождь, какая-то грязь в городе, если вы, например, там проехали 10 километров, передние и задние камеры их обычно забрасывают. Берете, обрабатываете силиконом, и все, эти капельки скатываются, и они намного дольше остаются чистыми. Ну что, я вот сейчас смотрю, у нас ветер поднялся, из-за этого снимаю я автомобиль, идут облака уже очень сильные. Сейчас я просто покажу, как работает этот антидождь, и поверьте, он действительно, друзья, работает. Такое ощущение, капли вообще не держатся, вниз скатываются, смотрите. Вообще, вот, дождь идет, и без дворников стекло, ну такое, в каплях. Ну, не сказать, что оно прям вообще ничего не видно. Ну, вот дворники вообще не работают. А дождь достаточно сильно идет. Ну, вот, еду на мосту. Если вот приблизить. Вот. Вот капли бегут наверх. Смотрите. Скорость у меня 90 километров. Все бежит наверх.
Очень круто. Вообще все супер просто. Так, пацаны, смотрите. Вот такие вот капельки у нас образовались. Притапливаем. Хобана. И все стекло чистое. Даже без дворников. То есть ехали на маленькой скорости, где-то там 30-40, наверное, километров в час. Притопили там до 80. Стекло чистое, ну реально чистое. Но вот смотрите. Обычно после такой вот поездки, я сейчас проехал где-то порядка 25 километров, передняя камера и задняя, они у нас полностью заляпаны. То есть вот этот сектор и вот этот сектор, они вообще не видны. Вот смотрите, включаем заднюю камеру. Ну, как бы есть капельки, но все, в принципе, читаемо у нас. Это большой плюс, реально большой плюс. Передняя камера тоже читаемо, но она отдельно здесь у нас почему-то не включается. Может быть, я просто не нашел ее. То есть вот, все прям прекрасно. И передняя камера, и задние читаются. Вот, кстати, камера снаружи. Смотрим, она у нас практически чистая. Давайте посмотрим заднюю камеру. Задняя камера тоже у нас вся как бы чистенькая. Но вот смотрите, крышка багажника. Крышка багажника, машина поднимает всю вот эту вот грязь. И здесь вот видите, все вот так вот грязно, а сама камера, собственно, здесь чистая. Ну и насчет разводов каких-то ночью, ну вот смотрите, дождь у нас закончился, подсохло все уже. Ну вот смотрите, встречные машины идут, вот брызгаю. Ну вот смотрите, никаких разводов не остается на лобовом стекле. Все прекрасно. Вон идут сейчас еще машины. Вот от фонарей даже можете видеть, никаких ореолов. От этого силикона не остается абсолютно. Ну, вот такие проявляются полосочки, на них хоп и быстро исчезают. Ну что, друзья, как вы видели, это средство у нас реально работает. Хочу сказать о двух моментах. Первый, вы мне можете сейчас сказать, Серега, антидождь, который продается фирменный, продается в бутыльках там по 250, по 300 миллилитров. И это реально больше, чем вот этот вот маленький наш бутылек в 15 миллилитров. Друзья, да, это все верно, все это так, но, во-первых, этот бутылек стоит 200-500 рублей, во-вторых, там силикон у нас разведенный, то есть он разведен с какими-то павами. То есть там берется тоже очень маленький процент силикона, может быть столько же, сколько в этом бутыльке, 15 мл, и разводится все с павами, просто для того, чтобы вы нормально наносили на свое лобовое стекло. Здесь же силикон у нас идет не разведенный, здесь у нас идет он концентрированный, и вы просто вот эти вот милипизерные, прям реально маленькие капельки наносите на ту поверхность, которую нужно обработать, и растираете. Работает он еще лучше, чем вот этот вот фирменный, скажем так, в этом баллончике, который нужно распылять. Второе, это то, что какой нужно брать этот силикон. В радиодеталях он продается нескольких типов. Он есть PMS-5, PMS-100, PMS-200, PMS-1000. PMS-5 не берите, он слишком слабый, от него эффекта не будет такого. PMS-1000 тоже не берите, он слишком мощный и он слишком жирный и густой. Если вы несете на лобовое стекло, несете на дворники, у вас будут такие же эффекты, как от воска. То есть у вас будут ночью ореолы, через которые, наоборот, видимость у вас ухудшится. А вот PMS-100, PMS-200, они работают отлично. Они не оставляют никаких ореолов, но образуют вот эту вот защитную пленку, которая помогает вам лучше удалять воду с лобового стекла. То есть безопасность у вас улучшается, потому что стекло у вас будет более чистым. Также у вас увеличивается ресурс, потому что вы дворники реже включаете. Дворники у вас ходить будет дольше. Сами видели на мосту, как все это слетает даже при сильном дожде, и лобовое стекло у вас реально сухое. Вот такой вот, друзья, состав. Стоит он реально копейки, от 30 до 45 рублей. И это получается реально раз в 5-10 дешевле, чем если вы будете покупать такой вот антидождь вот в этих вот в бутыльках. Если понравилось, друзья, ставим лайки и подписываемся на мой канал. Будет еще много интересных видео. На этом у меня, друзья, все. Всем пока.